Итак, если ты ответишь на 5 вопросов, я заплачу тебе 100 тысяч рублей. Так много? 23-я буква в русском алфавите. Пусть будет К. Ну давай посерьезнее. У нас передача, где ты за победу получишь денег. Много? 50 тысяч рублей. Хорошо. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З. Как взаимодействуют одноименные заряды? Соединяться. Ну, потому что минус на минус плюс, то есть, получается, они соединятся. А плюс на плюс все равно плюс. Почему вы требуете от меня правильный ответ? Отношение величины перемещения к величине времени. Шарю только за любовные отношения. Какие? За любовные отношения только шарю. Евгений Ширяев, продуксион. Меня зовут Евгений Ширяев. И сейчас будет совершенно новое шоу, такого еще нигде никогда не показывали. То шоу, которое я снимал до этого, оно, я не буду его снимать, потому что лайков столько не собралось, сколько надо лайков. Просто надо было много лайков, получилось немного лайков там по просмотрам. Сейчас будет другое шоу. До этого были бабосы за вопросы, а еще до этого были вопросы за бабосы. А сейчас будет шоу «Вопросы с бабосами», новое шоу. We are at the same crossroads again. Все вы так уставаете? Это не про политику, надеюсь. Вы не хотите говорить про политику? Да. Я тоже. А знаете почему? Почему? Потому что за это могут выписать штраф, посадить в тюрьму. Нам это надо? Не надо. Нам это не надо, поэтому про политику мы говорить не будем. It may be too little, too late, too late, too late. Аделина. Да. Центр каждого слова. Корень. А нет. Суффикс, правильно. А. Это был пранк сейчас. А. Так неинтересно. Почему? Вы мне врете. Почему? Я не понимаю. Ну, потому что я задумывалась над вопросом. Ну и все нормально. Ну ладно. Давайте. Some people say... Фигура, состоящая из трех точек и трех отрезков, которые их соединяют. Треугольник. Трех отрезков. Ромб. А. Я уже проиграл. Это был пранк. Да блин! Не, все в порядке. Да. Я просто пранканул тебя. Как взаимодействуют одноименные заряды? Не знаю. Честно, не знаю. Соединяются, наверное. Плюс с плюсом соединяется? А, плюс... все, не... А минус с минусом? Минус на минус, плюс. Математика. А если два положительных заряда, то они... Отрицать? Соединятся? Один магнитик плюс, а другой магнитик минус? Плюс на минус, минус. Что произойдет с этими зарядами, когда будет плюс на плюс или минус на минус? Соединятся. Ну, потому что минус на минус плюс, то есть, получается, они соединятся. А плюс на плюс все равно плюс. Не, ты меня запутала, я уже не соображаю. Ты меня пранкуешь, правильно? Это пранк? Нет, это математика, как учили. Ну, смотри, физика. В физике я очень плоха. Нахрен математику. Ну давайте физика. Скажем, что они не соединяются. Заряды, которые одна...
сейчас, секундочку. Какие там были? Одноименные. Одноименные заряды. То есть плюс с плюсом. Вот. Одна батарейка. Другой батарейка. Давай не батарейка будет, а магнитик. Один магнитик. Вот это плюсик здесь. Угу. Другой магнитик, плюсик здесь. Мы вот так вот эти плюсики плюсику к плюсику. Они соединятся. Плюсик с плюсиком соединятся. Да. И минус с минусиком. А минус с минусом от... Короче, они что все оттолкнутся, они все оттолкнутся. Ну все. Математика тут не работает. Some people say... Как делишка? Отлично. Надо говорить, как в зеркале волшебно. Волшебно. Как в зеркале волшебно. Как в зеркале волшебно. Теперь правильно. Откуда идем? С площади. Восстание? Да. Что там был за движ? Работаем. Работаем, учимся. Учимся. Первый вопрос. Ты. Это какое местоимение? Единственное. Надо правильно говорить, единственное и неповторимое. Единственное и неповторимое. Нет, там другое какое-то. Второе. Это второе местоимение? Да. Второе лицо. Ну, ведь второе лицо, единственное число. Есть возвратное местоимение. Есть такое? Есть. Есть, наверное, отрицательное местоимение? Нет. Нету? Нету. Вопросительное местоимение есть? Нет. Точно нет? Точно. Но это местоимение «ты», оно мое, понимаешь? Я его никому не отдам. Так же, как «наверное». «Наверное». Я не очень в этом умен. «Я». Оно тоже мое. И оно твое. Какое? Личное. Some people say... Как называется результат деления? Частное. Some people say... Ты подглянула, что ли? Нет. Типа я не читаю. Давай опять. Они любят, что типа я не читаю, что я знаю их наизусть. Типа я умен. Ну, типа я умный. Какой ученый пришел в Москву за знаниями? Ломоносов. Кого описывает Некрасов в стихотворении «На Волге»? Бурлаки. На Волге. Слушай, ты молодец. Какой предмет хранила говорящая голова из поэмы «Руслан и Людмила»? Я не знаю. Яблоко, может. Это что-то волшебное. А. Он прям волшебный. Волшебная палочка. Выручалочка. Да. Нет. Все, да? Все. Волшебный меч. Дурацкая передача, согласись. Тебе не понравилось участвовать в ней? Мне тоже. Кто-нибудь будет следующее? You're so envious of one another. So petty. You don't want nobody to outshine you. Да. Похоже на актрису. Какой? На иностранную. Что за мужик? Знакомый? Начальник. Начальник? Да. Ёлки-палки. Отношение величины перемещения к величине времени. Не знаю. Величины перемещения. Звучит все сложно, а на самом деле ерунда. Не знаю. Ты знаешь? Не знаю. Что такое отношения? Это любовь. Это любовь. Может быть, это взаимовыгодные просто какие-то отношения. Взаимовыгодные отношения величины перемещения к времени. Их отношения.
Шарю только за любовные отношения. Какие? За любовные отношения только шарю. За любовные? Да, за такие нет. Сколько у тебя годиков? Сколько дашь? Козик. На вид 19. Ну, но тебе 16? Нет. 17? Да. Ну какие там у тебя там шаришь ты за любовные отношения? Ну, 17-то лет! За них больше, чем за это. Отношение, расстояние к времени. Что будет? Равно. Отношение. Отношение — это типа... деление. Расстояние к времени. Не знаю. Меня сейчас убьют. Можно я пойду? Просто, мне перерыв закончился просто. И ты не успеешь поесть? Поесть? Ой, зачем я мучаю народ? Я даже не представляю, а? Бедолага. Ну, я им тогда обещаю. Спонсор нашей передачи. В описании есть сайт. Там проведение различных мероприятий, свадьба, корпоратива, юбилея, съемка видосов, внеплановая консультация, если ПМС, всякие делишки, тудышки, модышки. Поздравления, видеооткрытки. О, одна из видеооткрыток поздравительных. Сейчас будет. Юра, он же Жора, он же Гога, с днем рождения, Юрец. Молодой человек, здравствуйте. Будьте любезны, поучаствуйте в моей передаче. А что вы о чем рассказываете? Я рассказываю о жизни, об этой потрясающей. Ну, давайте попробуем. Давайте, присоединяйтесь вот сюда вот. Вот сюда, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Меня зовут Игорь. Очень приятно, Игорь. Меня зовут Константин. Это был сейчас этот, как его, пранк. Пранк? Да. Вас зовут Меня Игорь. Зовут Жека. Очень приятно. Первый вопрос. Окей. На него не ответила Таня. Но Игорь, да? Вы Игорь, я Константин. Я Игорь. Давай на ты. Отношение величины перемещения к расстоянию. Величины перемещения к расстоянию. Длина. Что ты сказал? Скорость. 23-я буква в русском алфавите. Пусть будет К. Ну давай посерьезнее. У нас передача, где ты за победу получишь денег. Много? 50 тысяч рублей. Хорошо. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К. Ша. Ну-ка давай еще разочек. Что-то 23-я. Поехали. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И. И краткое. К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х. Х. Икс. Единица измерения силы. Джоули. Нет, джоули — это энергия. Мне стыдно. Если я подскажу тебе, то с 50 тысяч твой приз спустится до 1000 рублей. Готов ли ты к такой подсказке? Сила, да? Готов или нет? Готов. Так, увы, Никита, да? Константин не получит 50 тысяч рублей, если выиграет, он получит 1000. А подсказка будет такая. Это мужик. Принимается. Принимается. Его именем названа эта сила. А, я понял. Притяжение, да, я сказал? Да. Вы просто сказали силу. Единица измерения силы. Ньютон. А, Ньютон? Да, наверное. Вопрос звучит корректно. Вопрос. Корректные вопросы — это в этой передаче. Четвертый вопрос. Окей. Четырехугольник, у которого только две стороны параллельны.
это отсеченная пирамида. Подержи. Если сейчас я вот возьму вот так вот две гантельки. Так, да. Хоть. Да, это трапеция. Это трапеция. Итак, с 1000 рублей из-за подсказки твой выигрыш будет составлять... 10 тысяч рублей. Можно как-то связаться? 100 рублей. Some people say... Как назывался первый музей, учрежденный Петром Великим? Кунсткамера? Да? Some people say... Лохматый какой-то. Передавай привет. Так вот, да? Я передаю привет всем своим учителям, своей любимой сестре. Я поздравляю тебя. О, не, деньги не приму. А 1000 рублей возьмешь? Нет. Давай тыщенку хотя бы. Да возьмем. Не, это типа чисто по фану. Блин. Поэтому без денег. Тебе было интересно? Приятно, да. Да, приятно. Ну, это такая, типа... Ну, да. Хоть какая-то развлекуха. Движуха, да. Многие этого не понимают. Они думают, что я как та зебра, которая хочет с людьми сфотографироваться и взять у них 100 рублей. Не, спасибо. Вон та девчуля в желтых кроссах ждет меня. Эту всю хрень ты можешь увидеть где угодно, набрав просто нашего спонсора Евгения Ширяева. Ширяев, да? Ширяев, да. Евгений Ширяев. Это YouTube? Везде. Хорошо. Спасибо, Евгений. Пока, Константин. Да. Ксюш! Елена! Тамара! Тебя зовут? Ольга. Ольга? Да. А меня зовут Евгений Ольгович. Итак, если ты ответишь на 5 вопросов, я заплачу тебе 100 тысяч рублей. Так много? Грамматическая основа предложения. В смысле, там подлежащее сказуемое или грамматическая основа предложения? Сложные школьные вопросы. Школа осталась позади. Ну, грамматическая основа – это же подлежащее сказуемое. Да. Да. А что еще? Все. Если... Это весь ответ должен быть? Хорошо. Вот. Сложно. А ты думала, будет просто? 100 тысяч рублей на кону. Да я же не за денег, мне было интересно интервью пройти. Ага, то есть, если ты выиграешь, деньги не обязательно тебе давать? Нет. Зачем мне 100 тысяч? Что я буду с ними делать? Ладно. Some people say... Ну, так достаточно. Направленный отрезок. Вектор? Направленный отрезок. Это твой был ответ окончательный? Я больше не помню. Хорошо. Some people say... Третий вопрос. Мне кажется, мы сместились. Какого хрена падает какая-то карточка? Поломанная карточка. Аршин. Единица измерения чего? Расстояние? Вы сами не помните? Конечно, нет. А? Я скажу тебе по секрету, я не знаю вообще никаких ответов. Вы наугад, вот кто понравится, тот получит 100 тысяч, да? Поскольку вы не знаете правильных ответов. У меня они записаны в телефоне. А, хорошо. Мой секретарь все это делал, и я первый раз их читаю и пишу, и говорю вообще. Ужас. Сочувствую. Спонсор этой передачи – мой секретарь Евгений Ширяев. В описании будут все ссылки, описание и комментарии. Аршин – единица измерения чего? Есть ширина. Есть длина. А есть длина. Я слушаю ответ. Так единица измерения, она будет одна для ширины и длины? Разве нет?
Я прослушал. Единица измерения длины, она для ширины и для длины. У меня одно слово только здесь написано. Неужели его трудно сказать? Почему вы требуете от меня правильный ответ? Потому что это такая передача. Это передача. Я посмотрю. Даже интересно. Я жду ответ. Аршин. Единица измерения чего? Расстояние все еще. Пускай я будет длины. Длины? Длины. Так расстояние и длина. У меня написано слово длины. Надо как-то отвечать так, как у меня написано, правильно? Хорошо, тогда длины. Ну как длины. Бы длина, как бы расстояние, это одно и то же. Это синонимы. Вот, да. Умное слово. Все плохо, Оля. Все плохо. Some people say... Четвертый вопрос. Мне кажется, что мы смещаемся постоянно. Кто послал вороне кусочек сыра? Господь? Бог? Сам Иисус? Я думаю, Иисус. Это правильный ответ. Some people say... Да что-то помню. Что украл черт в повести? В повести Гоголя. Что-то там на хуторе близ Диканьки. Вечера на хуторе близ Диканьки. Какое позорище. Я помню только какое экранизацию. Какое кошмарище какое. Да, я литературу не читала в школе. Экранизация с... Советская экранизация. С Куравлевым. Вероятно. Он там еще на нем летел? Я не смотрел. А! Ну, в самом начале, там завязка. Я не помню, чтобы он что-то украл. Скорее всего, украл, раз главный герой за ним погнался, и потом на нем летел по небу. На нем летел, да. Вот. Может быть, его. Так. Что там были знакомы? Вот вроде мы стоим. Да. Вроде мы стоим, но вроде бы и не стоим. Стоим, точно. Не летим. Пока. Итак, будешь ли ты, Хельга, отвечать правильно на этот вопрос? Откуда ж я знаю правильный ответ? Так, если я подскажу тебе, если подсказка будет звучать из моих уст, то вместо 100 тысяч рублей, если ты ответишь, ты получишь всего лишь 200 рублей. Да мне 200 не надо, мне просто интересно. Ах, хорошо-то как. Вас обворовывать зачем? Знаешь, чем больше я отдам, тем больше мне придет. Так же работает законы притяжения физики Ньютоновой парадигмы квантовой ММДМ с звезды Дэвида Духовна. Понимаешь, так все работает. Нужна подсказка? Можно. То, что он украл, находится в небе. А, вот почему он по небу долетал. То ли Луну? Но Луна, когда она не очень большая. Ну, месяц. Да. Ну, это как бы все еще Луна, просто... Итак, ты победила. Some people say... Да, возьми в руки микрофон. Передавай привет кому-нибудь. Передавай. Передаю привет, значит. Тэцуе, Джуле, Насте, которая однокурсница, маме, всем родственникам. А если, конечно, меня вставят в программу, буду очень рада. Спасибо. Ты будешь очень рада, потому что ты в этой программе так и останешься. Это твой приз, вот этот приз. Возьми его обязательно, потому что, как я сказал, дав тебе эту тыщенку, мне прилетит еще больше. Так все работает. Главное, чтобы я дал тебе от души. Раз ты мне понравилась... Ты приятная девчонка. Поэтому спасибо. Ты получаешь этот приз. Вот так вот работают правила на этой передаче. На этой передаче нету никаких нахрен правил. Понятно вам всем? И орфографических, и пунктуационных. Никаких правил здесь нету. Все, спасибо тебе большое. А вопрос можно? Сколько было правильных ответов? Два? Ты на все ответила правильно. На все? Ну да. А вы так изображали, что неправильно, я вообще перестрессовала, как на экзамене. Это типа был пранк. Я поняла, да.
Спасибо. Я пойду. Конечно, мама ждет. Мама ждет. Маме привет. Всего доброго. Хорошо. Начинается дождик. Не хочу мочить свою камеру. Надо валить отсюда нахрен. Пишите чудесные комментарии, ставьте различные лайки, поддерживайте эту передачу финансово, приглашайте спонсора на проведение ваших личных мероприятий, зовите меня в гости в любую страну, покупайте мне билеты, оплачивайте жилье, плюс доплачивайте, и я обязательно, куда вы захотите, приеду, уеду, отъеду и заеду. В описании есть сайт, который это нашего спонсора Евгения Ширяева, который все подробности, все будут в подробности. Ну, также есть реквизиты в поддержку этой дебильной передачи. Вы можете прислать поддерживающий донат, средства, пеньоны, бабусы, вопросы, сестерцы. И в комментарии вы можете написать слово «Чепушила». Это я и все. И все. Все. Спасибо. Евгений Ширяев, продукция.